удивительный факт, но боевые искусства в России столь же популярны среди женщин, как и среди мужчин. Из года в год на эту сцену поднимаются наши очаровательные чемпионки, которые своими удивительными победами доказывают, что женщины в России ни в чем не хотят уступать мужчинам. И глядя на филигранную технику и удивительную эффективность этих амазонок боевых искусств, язык не поворачивается назвать их слабым полом, а их красота и грациозность лишь подчеркивает мастерство в поединке. Наша героиня, единственная в мире, выиграла подряд 2 чемпионата мира среди женщин в одном из самых тяжелых контактных видов карате – кёкусинкай. А в прошлом году она добавила к этим медалям еще один титул чемпионки мира, поднявшись на совсем уж недосягаемую высоту. Мы просим подняться на эту сцену лауреата национальной премии «Золотой пояс» в номинации «Лучшая спортсменка года», трекратную чемпионку мира, чемпионку Европы по карате кёкусинкай Анастасию Хрипунову. Анастасия Хрипунова достойно несет знамя победы, поднятое такими выдающимися мастерами кёкусинкай, как Ольга Мигертумова и Елена Воробьева. А национальную премию «Золотой пояс» в номинации «Лучшая спортсменка года» вручает сопредседатель Российского союза боевых искусств, 5-й дан кёкусинкай, министр природных ресурсов Российской Федерации Юрий Трутнев. Друзья, мы все часто говорим о том, что в боевых искусствах главное не техника, не мышцы, главное дух. И при этом не всегда думаем о том, что монополия на сильный дух не принадлежит мужчинам. Что очень часто нам есть чему поучиться у наших прекрасных женщин. Анастасия доказывает это на татами в разных углах мира, трижды выиграв мировые соревнования. Она показывает, что такое русская женщина. Она прославляет нашу страну. Спасибо ей за это и всяческих успехов. Добрый вечер. Мне очень приятно и волнительно получить данную номинацию. Я хочу поблагодарить своих родителей. Также хочу сказать огромное спасибо своему тренеру Гелюкяну Карену Ливаевичу. Также президенту Российской национальной федерации карате кёкусинкай Ипатову Александру Аркадьевичу. И своих друзей и товарищей, которые вместе со мной тренируются и помогают мне во многом. Также они поддерживают меня. Я с благодарностью принимаю данную победу за всех них. Спасибо большое.